Kia Seltos продолжает шествие по миру в ранге глобальной модели. На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировала американская версия компактного кроссовера. В целом машина повторяет исходный образец для корейского рынка. Основное отличие — это скошенный внизу передний бампер, улучшивший геометрическую проходимость, да и 17-дюймовые колеса в базовой комплектации вместо 16-дюймовых. Американцам предложат два бензиновых мотора. Базовым будет 2-литровый атмосферник с распределенным впрыском и коробкой-вариатором. Старший турбомотор 1.6 сочетается только с 7-ступенчатым роботом. В трансмиссии Селтоса передний или полный привод с муфтой подключения задней оси и электронной имитацией блокировок. Продажи серийных автомобилей в США начнутся в первом квартале 2020 года. А чтобы поддержать премьеру, Kia привезла в Лос-Анджелес два концепт-кара — X-Line Trail Attack и X-Line Urban. У обоих большие колеса, дорожный просвет увеличен на 50 мм, на крышу водружен багажник и люстра. Серый X-Line Urban логичнее смотрится в городских джунглях, а прорезь в капоте намекает на более мощный двигатель. Двухцветная окраска концепта Trail Attack должна ассоциироваться с лучами закатного солнца в пустыне. На носу у него закреплена лебедка и 4 дополнительные фары. Конкретных планов выпускать такие машины у корейской марки пока нет, но в следующем предложении собственного же пресс-релиза Kia напоминает, что точно так же говорила о концептах GT и Telluride, которые в итоге стали серийными автомобилями. Очевидный вывод — у Селтоса будет внедорожная комплектация X-Line. Напомним, что в России Kia Seltos появится в следующем году, после локализации на заводе «Автотор» в Калининграде.